Мы сейчас на автобус сели и едем, наверное, на другой пляжик, на Синтозе, не знаю, надеюсь. Видите, какой автобусик? Вон, люди довольные все сидят. Вот такой необычный автобусик. Палаван Капак, Софитер Отель. Так, а мы здесь были, Свет, да, с тобой? На эту остановку приходили. Значит, нам дальше ехать надо. Здесь даже дверей нету, видите? Сразу можно на ходу выскочить. Так, не убийся, Капак, не убийся. Дверлицо на автобус, конечно, здесь пипец. Мы куда-то поворачиваем. Вот это, наверное, есть пляж, на который мы хотели попасть. О, неужели мы приехали на новый пляжик? Ура! На новый пляжик приехали, да? Значит, по карте все правильно. А мы поначалу подумали, что что-то перепутали. Потому что не могли это. Там какая-то стройка идет. Видите, какой счастливый на пляж едет. Вот она остановочка. Ура, мы приехали. Вот мы на пляж приехали, видите, Тажинг Бич, что ли, написано. Как-то так. Ну и тут время написано, что как ехать. Вон он, видите, какой автобусик прикольненький. Синтоза. Кстати, бесплатно ездить. Они здесь курсируют по бич пляжам, поэтому можно приехать куда-нибудь. Обстановочка вокруг. А мы, блин, думали, голову ломали. Что ж фигня такая? Почему карту, блин, шиворот на выворот криво сделали? Оказывается, там вот что-то, видите, на автобусике надо было сюда добраться. Сейчас покупаемся здесь, посмотрим, что здесь за пляжик интересненький есть. Потом съездим еще на третий пляжик. Оказывается, тут автобусы ездят. Все проще гораздо, цивилизованнее. Ну, на том пляжике мы были, там что-то народу совсем маловато. Почти как на Мальдивах. Никого нет. Здесь народа побольше, на первый взгляд. Ну, тоже красиво, симпатично. Какие-то группы сюда приехали. Оккупировали, блин, территорию. А, тут лодочки. О, обстановочка вокруг. Как вам видосы? Правда класс? Экзотика? О, волейбол приезжайте играть, кто любит. Вот, тут даже лежачки есть, если кому надо поваляться. Если кто не хочет с собой полотенце тащить и зонтик. Да, лодочная какая-то тут у них тусовка. А так я гляжу, здесь тоже народа что-то маловато. Вот тут где лежаки, еще народ тусуется. А если я смотрю вот туда подальше пройти, там тоже почти Мальдивы, видите, там почти никого нету. О, здесь волны. Чуть-чуть побольше, чем на том пляжике. Такие вот лежачки здесь. Ну, нормально, здесь тоже сейчас полотенце раскинем и искупнемся. Ну, народа никого нет. Если туда чуть подальше пройти, вообще Мальдивы. Да, Светик, Мальдивы? Возьми мои сланцы, тупсики. О, а то я сейчас ноги натру. Ох. А я еще тут сумочку таскаю, а эту к сланцу носить. Ей повезло больше. Всякое барахло, блин, тут таскаешь. Полотенце, водичка. Первое, десятое. А сейчас найдем уединенное местечко, где никого нету. Никто не орет на ухо. Какой-нибудь горластый там китаец, например, или еще кто-то там, потом мы там халдам, балдам, халдам, булдум. Хрен поймешь, что говорят, но так орут, что, блин, пипец, как будто что-то, блин, случилось. Вот, даже зонтики есть. Вон девушка, видите, там возле зонтика тащится. Карты, что ли, играют. С
Кстати, мы можем тоже под зонтик забраться. На халяву. Я думаю, что за них денежку никто не возьмет. Да, вот один зонтик есть. Слышь, Светик? Вон зонтик есть, можно туда забраться под него сейчас как раз. Мы крем с собой не... У нас крем закончился, думали здесь купим. Что-то магазин сразу не попался, ну фиг с ним. Чтоб не горечь, сейчас под зонтик залезем. Ура, зонтик вижу, сейчас мы под него залезем. И будет нам кайф. Кстати, вот водичка. Видите? Водичка чистенькая, хорошенькая. Тепленькая. Градусов 30, наверное. Блин, тут, чтобы охладиться, я не знаю. Тут надо часами, наверное, плавать. Вот, под этот зонтик залезем, вон там тенечек свет. И будет нам счастье. Тут на столбах написано. О, видите, кружочки валяются. Название пляжа на Синтозе. Ну, можно вот так вот даже перевернуть. О, блин, разорались там, смотрите, видите, на лодочках плывут там они. Оле, оле. Сейчас приближу этих. Кто там, китайцы или кто там? Вот они там гребут, видите, там, наверное, дружно, чтобы весло-весло было, а они поэтому орут. Как громко аж здесь слышно. О, Светик уже поплыл купаться, засранец. Я тут, блин, парюсь нафиг на солнце. А она, засранка, уже плавает без меня. Как ей не стыдно, ай-яй-яй. Я тут парюсь, жарюсь, видосы тут снимаю для народа. Она, чтобы тут что-нибудь подсказать, там сказать, Сережечка, лапочка, котик, так и так. Ты там что-то пропустил, там что-то не записал, проглядел. Она пошла мыться, купаться. Вот так вот. Блин, сколько ж тут народу-то, а? На лодках. Вот и пляжечки я вам показал, как обещал другой. Еще третий остался. О, собачка. Собачка гав-гав, видите? Гав-гав. Видите, она на меня лает. Противный песик. Песик, вот он, песик, я его поймал, на камеру попался. Что-то ему песику не нравится там, гавкает. Песику кинули красную штучку, видите, он сейчас там поплыл. Плывет, плывет песик. Смотрите, старается, старается. Сейчас поплывет, принесет обратно. Какой трудолюбивый песик. О, видите, уже подплыл красной штучки. Хватит и поплывет обратно. Видите, какой песик умничка. Будущий спасатель, наверное. Нам оба пляжика понравилось, и на первом, на котором были, и на втором были. Заход такой же одинаково хороший, народа мало, классно. Сейчас поедем на третий пляжик. Вот автобусик подъезжает. Сейчас поедем. Кому понравился мой обзорчик про пляж Танжон на острове Синтоза, ставим лайк, пишем комментарий, подписываемся на мой канал, чтобы не пропустить новое интересное видео. В следующей третьей части мы отправимся на третий пляж, который называется Силосос. Или Силосос, не знаю. Короче, если я ошибся, в комментариях поправите. Всем до новых встреч!